Хе-хе-хе! Привет всем! С вами я, Митрошенко, Let's Play, и это Far Cry 5! Конец Far Cry 5! И ждем мы Far Cry 6! В феврале, конечно. Это будет продолжение нашего Far Cry 5 после всех дополнений, да, на Марсе там еще какие-то дополнения были. А сегодня мы посмотрим конец Far Cry 5 и начало Far Cry 5. Так сказать, альтернативный выбор. Ну, выбор. Итак, мы продолжаем. Называем Continuum. Ждем загрузочку маленькую. Ой. Да, надо, ты сейчас будешь трупом. У нас уже три есть, ты четвертый будешь. Ой. Far Cry 5. Итак, сектанты, наверное, все уже посмотрели, знают концовки там, уже, так сказать, все поиграли в Far Cry, я только один такой. Far Cry, о, надо поиграть в Far Cry сегодня. Вот. Итак, вчера я до 3 ночи примерно боролся с Якубом Сидом, да, его прибил. Наконец-то так. Так, где я? А, в бункере, да. Правильно, я... Так, карта. Я карта. Так, вот у нас Джекоб Сид. Это у нас... Кто у нас это? Верка, Верунчик. А это Иосиф Сид. Так что мы идем за Иоанном. Иоанн, так. Вот, Пыталово идет. Так, Пыталово, так, куда идем? Сюда. Так, где выход? Подскажите, где выход у вас? А, спасибо. Спасибо огромное. Так, бежим. О, Верчик. Зачем бежать? Верчик, возьмем. Давайте Верчик какой-нибудь возьмем. Вертуху. Сейчас мы... Давай, полетим. Полетим. О, как темно сегодня у нас. С. Пересел, отлично. Полетели. Так. Где ты? Ого, 1200 метров. Полетели. Сейчас мы полетим к Иосифу. Так, у нас сейчас регионы все свободные, но я не знаю, именно ночью мы полетим, чтобы было бы прикольнее, так сказать, к нему, как этот самый инди-хоррор, и мы появимся неожиданно. Так. 300 метров. Сейчас мы спустимся. Давай ниже спускайся. Как это было спускаться ниже? А. На пробел. Кружим по району. Ой, как это было? Е, да? Полетели! Ебо! Эпично! Приземление эпичное! Где? Стоп, а где я тут? Церковь их нет. Их церковь. А, все нормально. Close. О, так. Переключаемся. Эпичное приземление. Эпическое приземление. Нет, только не в кусты. Так, отлично, приземлились. Так. Так, и куда идти мне? Понятно, в лесу. Так, лес. Лесом. О. Сейчас мы возьмем что-нибудь, сейчас. Так это было оружие у меня.
Сейчас уже не могу принять. О, да, именно я. Тихо. Ага, вот оружие появилось, отлично. Ага, оружие не... Сука. Оружие убирается. На тебе с РПГ. Ой, красиво. Ну, здравствуй. Патрончики. Спасибо. Так, здорово. Давай блажим. Давай блаж свой. Сейчас поблажим немножко. Здорово. Здорово, очкарик. Ну чё? Ты следующий? Ангел снял пятую печать. Я увидел под алтарем души мучеников, убитых за слово Божье. О, да, давай. Ну? Из-за тебя мои близкие стали мучениками. Та же участь, жизнь не твоё. Тебя ждет. О, все обкуренные. Ой, обкурившиеся уже обложились. Но Бог смотрит на нас, и Он будет судить нас по нашему делу? А, выбору. Окей, выбору. Давай выбор. Я же говорил тебе, что мир на краю погибели. Где презрение, несправедливость, любой выбор выдает наши грехи. Куда эти грехи приведут нас? Куда они привели тебя? Твои друзья, похитители и похитили и пытали. Это твоя вина. Множество людей погибло. Это твоя вина. Мир в огне. И это моя вина. Да, угадал, это моя вина. Фуй. Да. А не пошел бы ты на... Ты доволен? Довольно? Скажи. Когда ты поймешь, что не все проблемы можно решить силой? При помощи пуль. Да, ну силы. Увидев тебя впервые, я дал тебе шанс уйти отсюда. Ну, давай. Ты осталась перед лицом Бога. Я дал тебе последний шанс. Да? Шанс? Шанс уйти. Да, я узнаю тебя. Я знаю, что ты скажешь. Боюсь. Брось оружие. Возьми своих друзей. Оставь мою паству. Вот тебе твоя паства. Иди с миром. Иди с миром. Да и не нормальный. Разве нас вообще здесь не должно было быть? Ты сам знаешь, что делать. Сама знаешь, что делать, то есть. Если за бабу играю, конечно. Ну, давай, руки подними. Хандехох! И пойми. Что пойми? Здравствуй. Тьфу тебя в морду! Господь следит. Где? В интернете следит? Знаешь что? Слушай, дядя. Дядя Иосиф. А не пошел бы ли ты? Нахуй! Презрение. Да, презрение. Это не моя несправедливость, конечно. Любой выбор выдает твои грех. Грех. Да. И он ошибся. Твой грех не гнев. А что моя тупость? Ты скорее дашь всему миру сгореть, но не переступишь через свою гордыню. Ангел снял шестую печать, и страшная затряслась земля. Почернела луна, и что-то там... Блин, это был... Ой-ой-ой, начинается. Мои друзья прозрели, они открыли мне свои сердца.
Они умрут за меня. Ой, ёпта. Да с РПГ вас всех тут. Все вас тут лечаем, лечим пулями. Давай, вставай уже. Вставай. Давай, вставай уже. Вставай, вставай, вставай. Поля, 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 поля всем. Здравствуй. Вы опущи... Тьфу ты мне. Да прочитать мне. Вставай, шериф. Не говори, что я этот самый. Я помощник, а не этот. Где ты? Где ты? Здравствуй. Хедшот. Рехнулся можно, но еще не конец. Я дал тебе шанс, а ты упустил его. Ты привел на край погибели. Раскрой глаза. Раскрой глаза! Ура! За родину, за партию, за Сталина! Давай, всех мочим, всех! Здравствуй, здравствуй! Вставай! Вставай, баба! Вставай уже! Вставай! Да ты чё? Вставай! Кто меня поднимет? Ты чё? Вставай уже! Ё-моё! Мои всем друзья... все встали? Ты чё? Бочка! Вставай уже! Вставай! Вставай! Ёпчё, где? Кто ж валяет? Да кто? Собака! Где? Да ты что делаешь, дядя? Ладно, вставай уже. Да ёпчё, вставай! Я сказал, вставай! Всё. Салага, давай! Салага, ёпчё! А, что закрыто? Салага, 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 ёпчё! Да? Помощник, салага! Юнец, малец! Да? Салага, салага! Кто тут салага, а? Вставай уже! Всё! Семи-семи, всё! Ваша жалкая чего там? Да салага, кто тут салага, а? Кто салага? Фу ты, не пугай меня. А что ты здесь все, чего добился? Чего ты сражаешься? О, ёпчё, сектанты пошли. Кто мне тут гренку кидает? Здорово, вставай. О, ёпчё. Кто-то СРП... этот... Здравствуй. О, этот самый, как его... Хёрк! Хёрк с РПГ меня мочит. Конечно, Хёрк! Давай, Хёрк! Здравствуй, здравствуй, здравствуй! Здравствуй! Вставай! Вставай, вставай, вставай! Так... Кто тут у нас ещё? Ну? Так вставай! Вставай, ты. Так. Это лучница, кажется, да? Всё. О, здравствуй. Да ёпчё. Давай, вставай уже. Мне вас что, всех поднимать надо? Где ты, сектант ненормальный? Да вставай уже. Хватит уже падать тут. Где ты, сектант? А вот, сектант, сектант. Так, где ты? Давай разбомбим это всё. Да сдохни уже! Да сдохни! Да сдохни! Давай нарисуем тут такое-то. Всё? Отлично. Куда ползёшь, тварь? Прости их, отец, ибо они ведают, что творят. Ну? Ползи, ползи давай. Когда ангел снял седьмую печать, сколько этих печатей? Давай, руки вверх. Смолка все на небесах. Хэнде хох. И семи ангел
стоящие перед Богом, дали семь, и сразу гул, гром и молния, и затрясла земля. Иосиф Сид, вы арестованы. Я услышал голос, который сказал ангел, идите. И вылили семь чашек гнева Божия, что-то, оу, так я и знал, что будет хана. Итак, ну, итак, что у нас? Все кончено, дитя. Меня зашли, просто, Господи, 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 Господи. Пиздец полный. Давай, оу, oh, yes, of course. Ядерная зима началась. И, конечно, Far Cry, нужно валить отсюда. Пикап, ну-ну-ну-ну! Да, сейчас будет. Живо! Хадсон, ты сзади. Поехали. Он был прав. Он был прав. Залезай. Да заткнись ты. Газуй, давай. О боже, да. Что-то там. Да, вот именно нас. Нам нельзя садиться за руль. Иисус, я... Чего-то там, он был прав. Поехали. Все умрут, мы все умрем. Мы все умрем. Да какой бред? Гони к бункеру, ну! Давай, Need for Speed, Most Wanted, это мое, 2019. Давай, господи, давай, гони. Давай, Need for Speed. Здорово, Иосиф. О, под музычку как раз. Давай такую живенькую музычку. Надеюсь, она не пиратская. Музыка не пиратская. Надеюсь, я перекричу музыку, и мы ебан не получим. Музыку надо выключить. О, ну... Я просто не успеваю даже читать субтитры. Они быстро летят, как я... Давай, гони уже. Да я нажимаю, W. Чё мы так тащимся? Все чё-то... Ой! Давай, гони уже! Всё вокруг горит, что было! Да, ядерная зима на... Да ёпчё! Аккуратно! Поворот! Новый поворот! Едем в соседнее село на дискотеку! Давай, едем! Давай едем в бункер. О, бункер здесь где-то. Опа, сейчас. Все, приехали. Так же самое, как и на вертолете. Приехали. Молодцы. Берегись там. Блах. Ехали. Блин, таймер позову поставить. Ладно, таймер поставим. Так, горит все к чертям. Ну? То! Куда ты? Кто? Я не... Ты чё? Кто меня волочёт? Куда? А, ну меня в бункер хотя бы. Ну я хотя бы в безопасности буду. Надеюсь. Внимание. Это система экстренного оповещения. Найдите укрытие. Тревога не учебная. Повторяю, тревога не учебная. Ты! Ты слышал это? Да ты иди ты в жопу! Хренов!
Значит, политиков заставили замолчать. Я тебе, значит, корпорации уничтожены. Значит, благодатный огонь очистил этот мир. Но главное... Что главное, ну? Ты чё, псих? Никакой скип. Ты куда суёшься? Ты чё, пидор? Значит, я был прав. Я прав. Коллапс наступил. Ой, коллапс. Мир, который мы знали. Ну, погиб. Как долго я ждал? Кого ты ждал? Когда долго я ждал, пока пророчество передано мной Богом исполнится. Я подготовил к нему свою семью. Но я забрал ее! Да я ее отнял! Ай-яй-яй! Какая печалька! Ты следовал быть убить! Но? Но? Что? Но? Но ты все, что у меня есть. Ты моя семья. Когда мир будет готов родиться заново, мы выйдем на свет. Да, выйдем. Я тебя появлю там первым. Я твой отец, а ты моя дитя. Не пошел бы ты в жопу, твое дитя. Все, мы вместе отправимся к врата Эдема. Покажи, где они сначала, твой Эдем. Эдемщик хренов. Ну, давай, давай. Все? Конец? Выпустите меня отсюда. Я не хочу с этим психом сидеть тут. Дайте патрон пристрелить себя, а? Выпустите меня. Я не хочу с этим психом сидеть. Все, конец, скажи. Конечно, все. Far Cry 5 пройден. Far Cry 5. Ладно, все, escape. Нажимаем escape. Продолжение следует, я понял. Far Cry, в шестом Far Cry, значит, мы встретимся с этим вот. С Иосифом. Иосифом. Да. Game new, game plus mod in unlocked. Окей. New game plus. New game. Так. P. Что писать? P. Могу. New game plus. Enter. New game plus. Yes. Начинаем. Far Cry 5. Покажем второй выбор. Вам покажем альтернативный выбор в начале. Когда мы его не будем арестовывать, этого Иосифа. Иосиф. Давай, загружайся-то быстрее. С этими цитатками еще, если ты... Иосиф кидает мне. Матана. Страна холмов и гор. Штаты сокровищ у Монтаны. Много званий для меня этот дом. Мой родной край. Far Cry. Родной и безумный красивый. Far Cry 5. Потому, почему здесь легко, и в эту минуту все вокруг будто, поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие, фанатики, секта натуральных, секта, блин. Коллапс, близок, дитя моя. Сперва они купили все наши фермы, потом радиостанцию, а напоследок прибрали к рукам полицию. Они создали... теократию прямо здесь, у нас под носом. Нас не спасут, никто нас не спасет, вообще никто. Бог требует что-то там. Все отказались верить, что в это секта. Люди напуганы. Они заходят
заходит на визит нам. А третий. Ой, спалили! Спалили видеоблогера! Мы не знали. Иосиф Сид. Какой он отец? Лишь глупцы не помогают проекту. Они не верят. Слепыш. Они не прозреют. Оу! Far Cry 5. Фой. Все, видеоблог закончился. Serial Lost. Эй, ты, да ты. Ты зря тратишь время, тут нет сигнала. Так, Маршал, пересекаем Кендрик что-то. О, твою мать, вот и он. Чертов ублюдок. Господи. Теперь мы в стране эдемщиков. Еще долго? Тебе хватит времени, чтобы передумать и развернуться. Вертушку. Хотите, чтобы... Давай вернемся, а? Нормально тут. Раз, два, три, четыре, пятеро человек. Иосиф Сид. Из тех, кто можно... Да, пять человек мы... Лучше оставить, как все есть. Вот именно, я еще оставлю, как есть. Пять человек. Идем сектантов брать. Нормально. Конечно. Давай я лучше один, может быть, без пистолета, без всего. Просто приду так. Ты арестован. Короче, Иосиф, давай, пошли. Пошли со мной, давай. Давай, пошли, давай. Типа, Иосиф, давай. Итак. Ну, давай, летим, летим. Так. Да-да-да. Давай, иди отсюда тоже. Давай мне все знать. Прием. Понял, тебя отбой. Еще они пришли. Проверять, что я записываю. Можно стоит взять с собой... Сектант... Надо с собой взять гвардию сначала. Пару лет назад казалось, что проблем не будет. Но сейчас они вооружены и живут. Вы боитесь, шериф? Прибыли. Поселок под нами. Ой, прибыли. Отлично. О, господи. Неудачная идея. Последний шанс, маршал. Мы садимся. Сажай парад. Понял? Ой, епоте, иди в соседи. Оу, это у нас тут барбекю делают, шашлычок пожаривают. Там, диспетчер, слышишь меня? Алло. Да слушаю, шериф. Если через 5 минут мы не выйдем, вызывай начинаю гвардию, прием. Так точно, я вас понимаю. Слушай, все, четкие правила, держитесь рядом, не вынимайте оружие и помалкивайте, ясно? Понял? Салага! Салага, внимание, не зевать, идем! Салага, идем! Банда из Салага. Здравствуй. Да ты. Ты. О. Стоп. У меня пистик есть. Я только что пистик видел. Тихо. Тихо, тихо. Эй, здорово. Салага, здорово, здорово, здорово. Да. Сектанты. Бейте сектантов. Сектант, здорово, сектант, здорово, бей сектантов! Сектантов, бей! Вот сектанты! Мочи сектантов! Я вас подниму! Сейчас! Бей сектантов! Сектанты! Бей сектантов! Вот это поворот, сектанты! Да, вставай! Да, горю! Фу, я горю! Кто тут? Фу, потушите меня! Потушите меня!
Потушите, потушите. Как это потушить? Потушите, потушите меня. Да ёпчё, кто посыти на меня? Здорово. Давай, иди сюда. Да ёпчё. Сектанты, потушите меня. Ладно, идем. Как там было потушиться? Один, два. Ладно, идем. Без них. Все, типа. Все, в следующий раз я покажу. Тихо, Маушал. Давай лучше сделаем по-моему. Без шума. Спокойно, ясно? Хасан, двери. Прикройте нас. Сюда никто не должен пойти. А ты со мной, салага. Да ну, не наделай там глупости. Штаны не наделай. Остынь, шериф. Повозково напишу в газете. Нашел без головы, найден без головы. Напишет. Все хорошо. Конечно, все хорошо. Салага. Что-то случилось. Вы чувствуете, да, что мы... Что мы приближаемся к краю пропасти. Что грядет час расплаты. А вот зачем нужен проект. Мы знаем, что случится дальше. Вот зачем они придут, чтобы забрать все. Забрать оружие. Забрать свободу, даже веру. Верку, я верку. Но мы им не позволим, шериф, все, не позволим их жадности и безнравственности. Главное, не спеши, спокойно. Йосиф Сид, у меня есть ордер, ты на ваш арест по обвинению, похищение с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите отсюда. Вперед и держите руки на виду. Вот они, саранча в нашем саду. Они пришли за мной. Пришли, чтобы забрать меня у нас, чтобы разрушить все, что мы строим. Спокойно, спокойно, сейчас не к чему так. Все спокойно, ладно, все пушки на землю. Ну, мы ждали этот момент, и мы подготовились. Все, все. О, Верка, Верунчик, Верка, здорово! Здорово, Верка! Бог не позволит мне забрать. Здорово, Нигер. Здорово. Здорово. Я не трогаю. Не нужно, сынок, нужно. Не нужно. Не нужно. И белый конь. Белый конь. И вот конь бледный. Ну, салага, эй, давай. Ножницы нужны. Наручники его. Бог защитит меня. Ну. Ладно. Ну, салага, браслеты его. Ну, давай. Но. Ну, я жду. Опусти оружие. Люби друзей и уходите. Да вот я... Что тебе, насрать в ладошки, что ли? Салага. Давай обоссы меня, и будем жить вместе. Обосрёмся. Салага, салага. Давай обосри, обосрёшь, будем жить вместе. Мне со мной тут салага ведь. Ну, салага. Бог не все, все видит, он будет судить по нашему выбору. По выбору вашему. Да-да-да, я знаю, по вашему. Выбору нашему будет судить он. Салага. Ведь я салага, что вы насрали? Что я должен арестовать? Сами что, штаны наложили не можете? И тяни салага. Ага, давай сам возьми и арестуй его.
Ну, давай. Ну. Шериф? Постой, шериф. Шериф? Иногда лучше остаться все как есть. Вот именно. Да, руки чистые. Все, уходим. Ты что задумал? Что ты творишь? Что ты творишь? Давай вернись, отнесись и слушай. Надеюсь, у него наручники, и нам все конец, ясно? Я вас всех арестую. Будь с Богом. Скип! Все, скип. Это был альтернативный выбор Far Cry 5, ладно, new game, давай, new game, select. Yes. Ой, меня каша пробрал. Приболел немножко я. Приболел. Ой, но записываю видео все равно. Far Cry 5. Ну давай. Так. Нос. Грузишь. Я хочу посмотреть, что будет, если я не хочу это смотреть. Можно скипнуть это вот. Ой, красиво. Да, я хочу скипнуть это. Можно скипнуть как-нибудь. Родной край. Far Cry, нигер. Да что, сектанты здесь, я знаю. Ладно, давай еще видео посмотрим. О, видеоблогер. Скрытой камеры такой типа скрытой камеры идет. Давай. Хей-хей-хей, привет всем! С вами я. Это самый Салага. Мы ведем видеоблог из сектантского этого самого логова. Сектантский логов. Логово. Итак, так, ну. Ну чё? Ну, давай. Ой, отлично, тут. Да, они отказывают верить, что это секта. Ну, конечно. Ну, конечно. О, видеоблог прямо крупным планом. Сейчас, опа, запалился прямо. Ой, как красиво. Все, видеоблогера запалили прямо. Ну, чё? Да, Иосиф Сид. Конечно, он. Для них он отец. Они презирают. Ой, да. Иосиф Сид, ой, какие сцены, прямо ужас. Все, конец. Сервер закрылся. Да. Давайте мы сразу, пацаны, вернемся сюда, а? Давай не будем лететь тут. О, статуэтка. Я его разнесу, эту статуэтку. Тьфу ты. Эту статую. У которой нету, этого самого нету. Так, хватит вертушку. Давай вернемся, а? Что ты будем делать тут? Маршал, ты, я тебя не знаю, хотя по должности, и салага. Пятером летим, так сказать. Ну, вообще все как есть оставить, конечно, оставить как есть. Но, компашка и салага, отлично. Да, диспетчер. Прием.
Эрл? Да красиво, красиво. Так. О, даже есть это самый карта, GPS-навигатор. Куда мы летим? Так. 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 Да-да, отбой. А вроде мы стоим на месте, подожди. На карте вообще показывается, как будто мы на месте вообще не летим. Так, Эдема. Едемщики. Давай. Far Cry. Поищи, шериф. О, прилетели мы. О, да нехорошая идея. Значит, я тут вот машу главнее, чем вот это вот. Так, два пилота. Так, два пилота. А у нас еще кто-нибудь рядом сидит у нас? Так, сколько вас тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пока что семеро вижу, нет, восемь. Так, восемь пуль по каждому. Все, поехали. Давай, поехали. Так точно. Ты правила, держитесь, я там не вытягиваю эти пистолеты и помалкивайся, понятно? Я одну. О, еще один, девятый. Так, девятый нашел. Еще один, давай, поехали. Ну, я одно сейчас правило, конечно, нарушу. Правило с оружием называется. Давай, все, поехали. Можно идти? Спасибо, так. Оружие. Так, оружие. Так, оружие, так. Ну, оружие, я сказал. Оружие. Оружие. Нельзя оружие вытянуть. Ладно, наверное, пасть надо. Warning is a mission zone. О, здравствуй, голубушка. Так. Так, куда бежишь? Так, расстреляем всех сектантов. В самом начале начинаем Мисилова. Ой, блин. Блин, вот опять повторилось все заново. Ай, не надо было. Блин, где это дядька? Где ты? А, я горю. Блин, вот тут загородку поставили. Специально. Потушите сектанты. Блин, надо было снять этого чувака. Все, ну, я нажимаю Ctrl, Alt. Ну, потушите меня. Ёбте, потушите. Ёбаный свет. О! Наконец-то! Ура! Стоп, я могу удрать? Тихо. Патроны. Отлично, я могу удрать отсюда. Удрать. Здорово. Здравствуй. Здравствуй, сектант. Ты чё? Хедшот. Здравствуйте. Чувак, ты не застрял случайно? А, отлично. Вставай, давай. Так, а как им помочь встать? Так. О, помощь приехала им. Так сказать, Божья помощь. Сейчас мы... О, начинается веселье. Да? В церкви нельзя подходить поближе, потому что... Блин, закрыли меня.
Твари! Ладно, заходим в церковь, типа. Ну? Церковь! Да успокойтесь там! Успокойтесь. Так. Так, минус сектант. Блин, как там было выйти отсюда? Блин, тут супер прыжок нужен будет. Как-то прыжок прыгать. Заткнись, песик. Ну, давай. Открой. Так, тут-то рисуем так. И... О, писю нарисуем, давай. Писю. Вот. Ну? О, дробовичок. Ну? Да, кажется, я игру сломал, конечно. О, тут не пройти уже, не пройти, не проехать. Помоги, помоги. Так, своих уже. Ну, выпустите меня. Понятно, тут... Это все. С вами был Мисошенко Let's Play. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Подписывайтесь еще раз на канал, пишите комментарии обязательно, ставьте лайки побольше там, пишите много-много комментариев, я прочту их, напишу ответы на них. Все, всем пока. С вами был Мисошенко Let's Play. Все.